лет. Подробно снимаю видео My Dollars, My 1 Dollars. Очень подробно расскажу о маркетинге. Покажу результаты моей работы, покажу свой кабинет. Проект американский. У нас возможность зайти, начать свой бизнес за 1 доллар. Такой возможности больше нету. Кто посмотрел видео и не зашел в проект, вы просто упустили свой шанс. Ну, потому что не будет такой возможности больше у вас построить бизнес за 1 доллар. В общем, смотрим внимательно о маркетинге. Здесь есть фазы. Предстартовая фаза, заработать можно 103 доллара. То есть, вот когда вы зарегистрируетесь, заплатите 1 доллар и пригласите 2 реферала, это предфазовая квалификация, можно получить 100 долларов. Первая фаза, мы здесь будем зарабатывать 1000 долларов. Вторая фаза, мы будем зарабатывать 2000 долларов. Третья фаза, мы будем зарабатывать 5000 долларов. Четвертая фаза, мы будем зарабатывать 10000 долларов. Что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать эти хорошие, огромные деньги? Зарегистрироваться по моей ссылке под видео, перечислить доллар и обязательно найти 2 реферала, 2 человека. Мульти-аккаунты не проканают, потому что вы обрубите себе бизнес, свою сеть, свою команду. Нужно найти 2 человека обязательно. Но за 1 доллар зайти в бизнес желающих очень много, искать легко. Но вы должны обязательно разговаривать, общаться, как-то выйти на этих рефералов, или видео объяснять, или когда рассылаете ссылки или в контактах, объяснять. Нужно 2 человека искать обязательно. Это начало вашего бизнеса. Потом можно не искать, будет переливы, но все равно, чем больше вы найдете, тем лучше. 2 живых обязательно человека, которые готовы трудиться как негры, работать и работать. Это первое. Доллар и 2 человека найти. Вот он, маркетинг я показал. Дальше. Находите 2 реферала и доллар платите, я уже показал, доход до 1000 в месяц. Тогда у вас будет в команде 10 человек, это вместе с переливами. Кабинет я вам сейчас покажу, сколько переливов, сколько мы переливов. Как только 10 человек у вас в команде, вы перейдете во вторую фазу и доход у вас увеличится до 2000. Когда в команде 20 человек, вы перейдете в третью коррекционную фазу и доход будет до 5000 в месяц. Когда 50, фаза 4, и здесь доход 10000. Ребята, заходить нужно обязательно сейчас, это предстарт. Вам дается возможность всего начать строить бизнес за 1 доллар и встать на самом верху. Я не знаю, что для вас такое, что для вашей семьи доллар. Ну, это не есть бюджет, правильно? Бутылка пива, пачка сигарет. А упустить возможность вы упустите. Зарегистрируйтесь и начинайте работать. Так, это я рассказал, это показал, еще я должен вам показать. Вот, значит, предварительная фаза, вот когда вы зайдете в тонусе доллар и начнете и найдете 2 человек, 2 рефералов, с каждого личника вы будете получать 0,25 центов и с каждого перелива 5 центов. Тогда вы перейдете в первую фазу уже на все настоящую. У вас будет 10 человек, да, в команде. Вы будете получать с каждого личника 2,50 и с переливов 50 центов. Понятно? Во второй фазе вы будете получать с каждого 5 долларов, с перелива доллар. В третьей фазе вы будете получать 12,50, соответственно 2,50 переливов. И в четвертой фазе, к которой мы стремимся, каждого человека будете получать 25 долларов и ливов 5. Потенциальный заработок при полной матрице — это фаза 4, 10 плюсом 1000 долларов. Очень много вопросов
говорят, я подключил два человека, почему не хорожу фазу первую? Потому что, внимание, первая фаза переключается в воскресенье, вторая фаза по субботам только, третья фаза только по пятницам, четвертая фаза только по четвергам. Это те дни, когда после полуночи система начинает видеть, что квалифицирован. Это американский проект, мы представьте, мы сами все переводим, сами разбираемся. Сейчас идет акция, она идет именно на предстарте. Только на предстарте, когда запустится проект, акции не будет. В чем заключается акция? Естественно, вы переходите по ссылке, вычисляете доллар и находите два человека. В этот проект, как на горячие пирожки любили. Это вот реальная картина, вот на Новосибирске, это уже разговаривал с нами, вот мой план городной. И в чем заключается акция? Вам за это начислят $10, и вы потом можете оплатить, выйдете фазу первую, эти $10. Это очень важно. Доход там совсем другой. Так, это я все показал. Показал, теперь мой кабинет и мои достижения. Вот, это, кстати, очень сильное изменение, потому что утром я заходил, у меня здесь было написано member. Member. Это вот с чего вы начинаете. Member. И вот как раз о чем я говорил, сегодня воскресенье, я стал на первую фазу. Вот она, первая фаза. Первая фаза. То есть я теперь в месяц буду зарабатывать $1000. И так как я на предстарте пригласил два человека, то мне в следующий четверг, ну, в следующий четверг как раз обязательно с ним видео, мне начислят $10, чтобы я не за свой счет перешел во вторую фазу, где буду получать $2000, а фирма мне подарок сделает. Поэтому обратите внимание, после просмотра видео идите по ссылке и не думая, регистрируйтесь на $10 и ищите два человека. Нанимите аккаунтом и не друг под себя там. Это должны люди быть, которые тоже будут работать и искать. И у нас все получится. Вообще у меня все получится, и у вас тоже все получится. Супер новости. Вот здесь у меня мембер был. Если посмотрите два видео, мембер. Я перешел на новый уровень. Поздравьте меня. И в следующий четверг у меня должно быть $10. И кто сейчас зарегистрируется под меня и найдет двух человек, он тоже получит $10. Но когда начнется старт, если уже вы займете место первое, и под вами будет толпа. А теперь смотрите, о чем я говорил. Переливы, да? Организация. People, люди. Вот 6 человек я пригласил. И буду еще дальше искать, потому что здесь зарплату платят за каждого реферала. А так всего нужно 2 найти, которые тоже чтобы работали. Но лучше 100 и 1000 и так далее. Это вот, смотрите, 6 человек я нашел, а теперь обратите внимание, из чего состоит моя команда. Моя команда состоит из 20 человек, а я-то 6 пригласил. То есть 14 человек мне пришли реферала, переливами, вот они мне по 0,5, по 0,5 приносят. Можете себе представить? А что здесь, о чем говорится? Так. Что когда будет 20 человек в команде, я уже перейду третью квалификацию, можете представить? Это будет доход 5000 в месяц. А компания еще не стартовала. Это наш шанс, ребята. Что для вас $1? Что для вас $1? Ребят, не заканчивайте, думайте. Рискуйте. Люди, это я говорю, я заходил в проект и по $500, и по $1000. Но, ребят, ну $1000 это не доллар. Всего $1. Просто зайдите и начните работать. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе. Просто объясняйте людям маркетинг подробно, что нужно всего 2 человека пригласить, чтобы они оплатили статус. И переходить, переливы видели, не 16 человек переливы пришло. И переходить по фазам вот этим. Ставьте цели, работайте, ребят.
шанса такого не будет. Компания на предстарте. Мотивировать больше я не буду, потому что это бесполезно. Но погоду нам $1 не сделает, и вам тоже, ребята. А шанс заработать огромный, просто огромный шанс. Сразу заходите под видео, ссылка под видео, регистрируйтесь, говорите доллар и ежедневно, хотя бы по часу посвятите проекту. Два человека найти элементарно. Огромное спасибо за просмотр. Я прошел квалификацию, я в первом уровне. Всем спасибо, до свидания. Успехов вам, кстати. Строите команду. Это скама здесь не будет, потому что здесь нет пассива, ребята, я еще раз говорю. Когда пассив 20-30-60% в месяц, это скам, потому что ну сколько платить, здесь нет пассива. Здесь не платят вам 50-60% в месяц, никто не платит. Мы строим команду, мы структуру строим. Впервые появилась возможность стать на первое место. На первое, и под вами будут тысячи людей. Еще раз посмотрите, вот 20 человек команда, а я пригласил всего 6 человек. Всего 6 человек. Так что, работаем, ребят. Все получится. Спасибо огромное, до свидания.